Что ж, давайте откроем 36-ю страницу ваших конспектов. Далее мы с вами будем рассматривать две позиции, о которых, я думаю, вы слышали чаще всего. Если вы до этого обучались в библейском колледже или в библейском институте, или, возможно, вы выросли в церкви и регулярно посещали в детстве воскресную школу, где вас знакомили с христианскими доктринами. Согласно трихотомическому взгляду на устройство человека, человек состоит из трех составных частей, три субстанции. И эти три субстанции называются тело, душа и дух. Однако существует много разновидностей трихотомического представления устройства природы человека, и в зависимости от того, о каком конкретно представлении идет речь, вы можете получить разные описания составных частей природы человека. К примеру, согласно наиболее типичному представлению трихотомистов, дух человека представляет скорее интеллектуальную субстанцию, ту сферу человека, в которой пребывает Святой Дух, в то время как душа человека представляет собой то место, где пребывают эмоции человека. Это его некий волевой центр. Другими словами, это еще не физическое тело человека, если можно так сказать. Это некий более низкий уровень сознания. Это чувства, эмоции, стимулы и тому подобное. Один автор, сторонник трихотомического подхода к рассмотрению природы человека, выразил это такими словами. Дух — это источник жизни, оживляющий душу, основа интеллекта и место обитания Святого Духа. А душа — это производная жизни человека. Это то, что объединяет тело и дух. Вы помните, мы говорили с вами о том, что еще со времен Декарта люди пытались объяснить, как нематериальная составляющая может взаимодействовать с материальной, и наоборот. Что ж, вот перед нами одно из возможных решений. Вот у нас есть дух. Дух — это полностью нематериальная субстанция, что кардинально отличается от тела, потому что тело — это полностью материальная субстанция. И вот как они могут взаимодействовать между собой? И вот согласно этой теории утверждается, что есть душа, которая представляет, если хотите, некий буфер между телом и духом. И вот через душу дух может передавать телу энергию. И точно так же и наоборот, тело через душу может передавать энергию духу. Что ж, не все сторонники трихотомического взгляда разделяют подобное представление. Но вот один автор, который является приверженцем этого взгляда, выразил это вот таким образом, считая, что предложенное им представление является возможным решением, как можно объяснить взаимодействие между материальной и нематериальной субстанцией в человеке. Что ж, как вы можете ожидать, сторонники этой теории выдвигают множество аргументов в свою защиту. И эти аргументы приведены в ваших конспектах, начиная с 46-й страницы. Некоторые аргументы построены на основе логических рассуждений, но есть и те, которые основываются на определенных текстах Священного Писания. И сторонники этой теории считают, что эти тексты как раз свидетельствуют о правильности их взглядов. Некоторые предложенные аргументы вполне ожидаемы. Скажем, в оригинале Ветхого Завета используются разные слова для обозначения души и духа. И если посмотреть, как используются эти термины как в Ветхом, так и в Новом Заветах, то они не используются в качестве синонимов. Если бы они использовались как синонимы,
то это было бы доводом в пользу дихотомического устройства природы человека. И вот если вы сторонник трихотомии, то вам необходимо доказать, что существуют две нематериальные субстанции. И кроме этого, есть еще одна материальная субстанция, которая отличается от нематериальных субстанций. Поэтому, если вы говорите, что в Писании используются два разных слова для души и духа, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, и нет никаких свидетельств, которые говорили бы о том, что эти два термина являются синонимами, а если они не синонимы, то, быть может, они подразумевают, или лучше сказать, они указывают на разные, отличные друг от друга субстанции. И вот дихотомист на это скажет «нет-нет». Это всего лишь два разных способа указывать на одну и ту же нематериальную субстанцию. На что трихотомист, в свою очередь, возразит и скажет, это было бы так, если бы существовала всего лишь одна нематериальная субстанция. Но а это еще не доказано. Поэтому нельзя говорить об этом, не приводя при этом каких-либо доказательств. Надо привести независимый аргумент, который бы подтверждал, что если используются два разных термина, причем не взаимозаменяемо, что вот эти два термина все еще указывают на одну и ту же субстанцию и, по сути, являются синонимами, так как подразумевают одну нематериальную субстанцию. А вот тот факт, что есть два термина, причем они отличаются, что-то говорит, утверждают, в свою очередь, трихотомисты. И вот здесь трихотомисты и дихотомисты расходятся. Трихотомисты считают, что есть три части человека, в то время как дихотомисты считают, что есть только две. И на этом этапе спора, без приведения каких-либо дополнительных свидетельств и аргументов, представляется, что обе стороны высказывают лишь свои гипотезы и свои предположения. Но вот есть и второй довод. Этот довод строится на прогрессирующем откровении. Трихотомисты признают, что если читать только лишь Ветхий Завет, то создается впечатление, что человек состоит только лишь из тела и души. Однако трихотомисты говорят, ведь мы должны признать, что Бог не намеревается все нам рассказать сразу. И вот если после Ветхого Завета перейти к Новому Завету, то становится все более и более ясно, что вот двухчастное деление человека, представленное в Ветхом Завете, заменяется на трехчастное. В Новом Завете говорится о том, что человек состоит из трех различных частей. И аргумент строится таким образом. Раз Новый Завет представляет собой более полное откровение от Бога, и все евангельские христиане единодушны на этот счет, то вот то, чем учит Новый Завет, должно стать нормой и основой нашей веры. А вот в Новом Завете доминирует трихотомия. И вот третий аргумент основывается на тексте, записанном в книге «Бытие», 2 глава, 7 стих. Хотя часто этот текст приводит в свою защиту дихотомисты. В этом стихе мы читаем, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И дихотомисты говорят, «Хорошо, вот есть физическое тело, сотворенное из праха, есть дыхание жизни». И вот это дыхание жизни — это не субстанция, это то, что Бог совершил, Божье действие. И вот это Божье действие привело к созданию души. В ответ на это трихотомисты говорят следующее. Вот в этом стихе мы читаем о том, что Бог вдохнул человека нишмакаем, дыхание жизни. И вот это дыхание жизни, по мнению трихотомистов, и представляет собой дух человека. Нишмат
Это слово, эквивалентное слову «руа». «Нишма» означает «дыхание», «руа» означает «ветер» или «дух». И вот согласно этому стиху, в результате этого действия, это если следовать точке зрения трихотомистов, в результате вот этого дыхания жизни, человек становится нефеш хая, душою живою. И далее они обращают внимание на отличие между словами «ха-им» и «ха-я». И они говорят о том, что это отличие очень важно. Душа нигде не называется «нефеш-хаим», что дословно означает «живая жизнь». Или, если быть более точным, «живая душа». Всегда в этом случае используется слово «хай». Получается, что душа в этом случае — это «хай». Вот в этом словосочетании «нефеш хаим». Но это «хая», потому что она получает жизнь от Духа. Поэтому словосочетание «нефеш хая», что в переводе значит «дыхание жизни», означает не что иное, как эквивалент души человека. Бог дает Адаму «нефеш хая», «дыхание жизни», и это не субстанция. И Адам после этого становится душою живою. Но кто-то может с этим не согласиться. И как мы видим, есть те, которые не соглашаются и говорят, что дыхание жизни — это есть некая независимая субстанция в человеке, дух человека. И вот тогда человек становится душой живой. Есть еще несколько замечаний в ваших конспектах. На странице 36 вы можете прочитать их самостоятельно. И сейчас я хотел бы обратиться к аргументу, который считается одним из самых сильных аргументов в защиту трихотомического устройства человека. И основан этот аргумент на библейских текстах. И считается, что эти тексты четко свидетельствуют об отличии между душой и духом, поэтому свидетельствуют о трихотомии. И давайте вместе рассмотрим эти тексты. Первый текст записан в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе. Это 23 стих. И давайте мы его с вами прочитаем. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Это уже конец послания. И апостол Павел пишет к церкви в Фессалониках. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Что ж, на первый взгляд эти слова кажутся всего лишь прощальными словами апостола Павла. Он молится о благословении тех, кому он пишет. Но трихотомист скажет вам, подождите-ка, здесь есть важный момент, на который стоит обратить внимание. В этом стихе используются три разных слова. Здесь идет перечисление и называется «дух», затем «душа» и затем «тело». И если посмотреть на оригинальный текст, то все эти слова соединены греческим словом «кай», которое переводится как «и». И, по сути, Павел пишет следующее. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и чтобы весь ваш дух во всей целости, и вся душа, и все тело, да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И вот как далее строится этот аргумент. Когда в греческом языке несколько слов, будь то имена существительные или глаголы,
соединены в некую последовательность при помощи слова «кай», когда это слово «кай» стоит между словами, то это указывает, что эти слова означают отдельные и независимые сущности. Поэтому нам говорят, что правило грамматики подсказывает нам, что апостол Павел считает, что дух и душа и тело — это три отдельные и независимые сущности. И он молится о том, чтобы все эти сущности, субстанции были освящены Богом. Поэтому, по мнению сторонников трихотомии, этот стих свидетельствует, что в человеке присутствуют три отдельные сущности, субстанции. Вдобавок к этому, обратите внимание, что Павел пишет, «Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока». Вот «во всей целости» — это перевод греческого слова «халаклерон». Я сейчас напишу для вас это слово на доске. Это транслитерация слова. Вот это слово переводится «целостности». И вот сторонники трихотомической теории говорят нам на основании этого стиха, что вот использование Павлом этого слова «халаклерон» или «целости», вот в этом предложении на греческом языке показывает, что Павел молится о том, чтобы три составные части человека, три составляющих человеческой природы были освящены во всей полноте. Вы спросите, но а что такого в этом слове? О чем свидетельствует слово «хелоклерон» в греческом тексте? Но вот если посмотреть на это предложение в подлиннике, то можно увидеть, что слово «хелоклерон» стоит в начале перечисления. И вот в моем английском переводе этот порядок слов сохранен. Он такой же, как и в подлиннике. Пусть во всей целости и дух, и душа, и тело сохранятся без порока. И вот что говорят трихотомисты. Вот это дополнение, это слово «халаклерон» в целости, в этом месте предложения, в начале перечисления, указывает на то, что Павел на самом деле хочет, когда пишет послание к фессалоникийцам, чтобы вот все эти три отдельные части природы человека были сохранены, причем сохранены в целости. То есть он не пишет, пусть весь человек в целости, душа, дух и тело, будет сохранен, не подразумевая здесь единство этих частей. То есть, другими словами, он не пишет, что вот он желает, чтобы эти три части, составленные вместе в целости, были сохранены без порока и были освящены. И если рассматривать все таким образом, если рассматривать вот это все в целости, то можно сказать, если что-то освящено, то можно сказать, что и весь человек целиком также освящен и благословен, хотя при этом освящение не распространяется на все три части. Но вот трихотомисты говорят, что Павел добавляет это слово в целости, в начале перечисления, чтобы показать своим читателям, что он хочет, чтобы Бог освятил каждую из этих составных частей в целости, чтобы вся душа, весь дух в целости и все тело были освящены и сохранены. И вот трихотомисты продолжают. Написанное Павлом было бы бессмысленным, если в человеке присутствовало только две составные части. Нематериальная часть и материальная часть. Поэтому нам говорят, что этот стих представляет собой доказательство того, что природа человека состоит из трех частей. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования.
От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Далее я хотел бы рассмотреть с вами еще один текст Священного Писания. Послание к евреям, 4 глава, стих 12. Но прежде чем мы перейдем к этому тексту, вы можете задать вопросы по поводу текста, записанного в первом послании к Фессалоникийцам. Я не преподношу это как истину, я просто говорю о том, какой довод используется. Да, пожалуйста. Спасибо за объяснение, все достаточно понятно. Но вот у меня есть такой вопрос. А куда вы бы поместили сердце? Ведь в Писании очень много говорится о сердце. Можно прочитать фразы типа «желание сердца моего», «всем сердцем» и так далее. Вот позвольте мне поделиться тем, как бы сторонники трихотомии ответили бы вам. У трихотомистов нет единого представления о том, что включает в себя дух и душа. Одни говорят, что дух — это та часть человека, посредством которой человек общается с Богом. Душа — это сосредоточение чувств, эмоций, желаний. Поэтому, если вы говорите о сердце как о сосредоточении желаний человека, его помыслов, то, скорее всего, вы подразумеваете душу человека. Если вы говорите о сердце, вопиющем к Богу, скажем, то, скорее всего, вы подразумеваете дух человека. Поэтому сердце может обозначать как душу, так и дух, в зависимости от контекста. Если, конечно, вы трихотомист. Если вы дихотомист, то вы, несомненно, скажете, что сердце — это не что иное, как нематериальная сущность человека. Конечно, если не подразумевается буквальный орган тела человека, его сердце. И тогда встает вопрос, хорошо, но означает ли это тогда, что существует еще одна субстанция, которую мы должны называть сердце? Ведь если внимательно прочитать тексты Писания, то чаще всего сердце не подразумевает физический орган человека. Чаще всего это слово подразумевает некую нематериальную сущность, психологическую сущность человека. И тогда возникает вопрос, а что же это такое? О чем же конкретно идет речь? Идет ли речь о абсолютно иной сущности, отличной сущности? И вот дихотомист вам скажет на это «нет-нет». Идет ли речь о том, на что способна нематериальная составляющая человека, о ее функциях? Да, скажет дихотомист. Но означает ли это, что мы должны рассматривать сердце как независимую сущность, или как тогда нам все это воспринимать? Мы к этому вернемся, когда будем говорить о том, что, на мой взгляд, является самым предпочтительным представлением о природе человека. Но спасибо, очень хороший вопрос. Да, пожалуйста. У меня вопрос по поводу текста, записанного в Евангелии от Марка 12:30, в котором говорится: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Можно ли тогда утверждать, что этот текст свидетельствует о наличии четырех частей в природе человека? Очень-очень хороший вопрос. И вопрос заключается в том, что делать с теми текстами, записанными в Евангелии, где Господь призывает нас возлюбить Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением и всею крепостью? И представляется, что здесь используется такая же грамматическая конструкция, когда несколько существительных соединены союзом «и». Вот означает ли тогда, что тексты, подобные этому, свидетельствует о том, что верным будет полихотомическая теория устройства человека, что человек состоит из множества составных частей. И вам представляется, что это показывает проблему с толкованием трихотомистов стиха, записанного в первом послании к Фессалоникийцам,
Но мы к этому еще вернемся, когда будем говорить о возражениях. Но спасибо за вопрос. Он показывает, что если мы будем строить свои выводы на вот грамматической конструкции, всякий раз, когда мы встречаем эту конструкцию в Писании, то мы должны тогда быть последовательными и применять это правило ко всем текстам Священного Писания, в которых перечисляются какие-либо части человека или которые что-то говорят о природе человека. И в итоге окажется, что у человека не три части, а может быть 6, 7 или 8 составных частей. И никакой богослов, никакой философ, никакой ученый, библеист не считал, что именно таким образом следует понимать природу человека. Поэтому вы попали прямо в цель, и мы к этому еще вернемся, когда будем рассматривать возражения. Да, пожалуйста, еще вопрос. Вы когда-либо слышали вот такой аргумент в защиту трихотомического понимания устройства природы человека? Бог — это Троица, а человек сотворен по образу Божьему, поэтому и человек триедин. Я не могу сказать, что я слышал подобный довод. И если бы кто-то подобный довод выдвигал, то такому человеку можно было бы ответить, что в случае с Троицей речь идет о трех различных личностях и только об одной сущности. В Троице существует три отдельных личности, а мы рассматриваем вопрос не сколько личностей существует в человеке, но сколько сущностей существует в человеке, а сущностей в нем больше, чем одна. Вот только осознав это, хотя сказать можно много чего, но только осознав это, мы должны признать, что сравниваем яблоко и апельсин, то есть разные вещи. И если аргумент строится на заявлении, что человек сотворен по образу Божьему, то, конечно, мы сотворены по образу Божьему, но ведь у Бога нет физического тела. Бог есть Дух, и только Дух. И нет никаких свидетельств, когда мы рассматриваем учение о Боге, что у Бога есть душа, отличная от Его Духа. И эта душа и Дух — две разных сущности. Даже если вы скажете, что душа подразумевает Отца и Сына, а Дух — это не что иное, как Святой Дух, то все равно получается нестыковка, потому что все три личности разделяют между собой единую божественную сущность. А когда речь идет о природе человека, то мы задаемся вопросом, из скольких сущностей, если хотите, состоит человек, сколько в нем составных частей. И тот факт, что Бог, Троица, может проявлять себя в трех различных ипостасях, причем одновременно, все это удивительно, но это совсем не доказывает, что и человек состоит из трех отдельных составных частей. Поэтому, если кто-то и пытается приводить подобный довод, то получается, что он сравнивает несравнимое. Но спасибо, что задали такой вопрос. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.